Всем привет! Сейчас производители всячески пытают нам впарить всякие новые продукты. Вот, например, кокосовое молоко. Если вы думаете, это кокосовое молоко, то вы глубоко заблуждаетесь. Это кокосовое молоко, давайте прочитаем, с кокосом. Но это не как баунти разбиваешь, это пфу, это реклама. Не-не-не-не, там вода и всякая хрень туда входит. Вот, поэтому самого кокосового молока там вообще нет. Нас просто обманывают. Поэтому, а это стоит, кстати, очень дорого. Это стоит раза в три дороже домашнего молока. Подумайте это. Даже покупного молока. За эти пол-литра. Даже не за литр. Поэтому относитесь к этому здраво, умно.